На улице Толстого приступили к обустройству тротуаров. Здесь проведут комплексный ремонт дороги благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы пройдут от пересечения с проспектом Красного Знамени до остановки Толстого и до пересечения с улицей Фанвизина. Ход работ находится на ежедневном контроле специалистов управления дорог администрации Владивостока. Отметим, что ремонт улицы Толстого компания-подрядчик начала раньше планируемого. Сейчас дорожники приступили к устройству границ пешеходных зон, демонтируют старый асфальт и готовятся к прокладке сетей ливневой канализации. Замена дорожной одежды, восстановление тротуарных частей, восстановление участков ливневой канализации, ремонт подпорных стен, обустройство мероприятия по организации дорожного движения, остановочные площадки и остановок общественного транспорта. Специалисты управления дорог ежедневно находятся на этом участке. Организован контроль как лабораторный, так и инструментальный силами специалистов управления. В рамках взаимодействия с Институтом общественных наблюдателей согласован график участия общественных наблюдателей в проверке как хода выполнения работ, так и приемки этих работ. На этом объекте мы еще не были с общественными наблюдателями. Плановая дата, насколько я помню, где-то конец апреля.